Игра с самого начала шла на высоких скоростях. Тактически выверенные выпады одной команды сменяли острые контратаки другой. Не обошлось и без нарушений, но связаны они были по большей части не с грубой игрой, а с нарушением численного состава на площадке. Матч выдался результативным. Команды на двоих забросили 12 шайб. Кстати, матч был посвящен 101-й годовщине образования органов госбезопасности. За 2018-й в Краснодарском крае сотрудники ФСБ изобличили десятки агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб. Ликвидированы каналы контрабанды наркотиков, изъято более 30 килограммов героина, кокаина и других запрещенных веществ. На территории региона нейтрализованы преступные группировки, а их лидеры получили серьезные сроки заключения. ФСБ также обеспечивала безопасность проведения многих важных событий, в том числе матчи чемпионата мира по футболу в Сочи. Все попытки сорвать турнир были пресечены.